Еще древние люди, научившись добывать огонь, вкушали мясо, приготовленное на костре. Но все-таки принято считать, что родина шашлыка – Восток. Может, именно благодаря восточным традициям приготовления мяса это блюдо и получилось таким ароматным и сочным. Где точно умеет готовить вкусный шашлык, так это на Кавказе. А вот сумеет ли кавказская пленница доказать свое первенство в этом вопросе, узнаем на битве шашлычников. Как долго вы уже работаете шашлычником? 12 лет ровно. 12 лет. А за это время у вас появился какой-то свой фирменный рецепт? Конечно. Можете нам его не рассказывать, но пообещайте, что этот рецепт мы сможем попробовать 23 числа. Ой-ой-ой. Нет? Ну ладно, что-нибудь придумаем. Хорошо. А вот сейчас вы готовите шашлык. Он из чего? Из свиной мякоти. Полностью готовый шашлык. Можете посмотреть. Приглашаю, приходите, попробуйте. Зацените, кто знает, тот знает, а кто не знает, узнает, наверное. Заценит наши шашлыки. Может, им многим понравится. Я ж не буду хвастаться, что они вкусные или невкусные, ничего не буду говорить. Да какие тут слова, тут надо пробовать. Тем более, когда просто смотришь на это мясо, а кажется, что уже чувствуешь его вкус и запах. Ну а чтобы попробовать шашлыки от кафе «Кавказская пленница», нужно просто прийти на битву шашлычников, подготовленную торгово-развлекательным центром «Макси» и торговой сетью «Караван». Возможно, вы откроете для себя новые заведения в нашем прекрасном городе. Кстати, о других кафе. Так, меня зовут Насир, я 18 лет работаю здесь шашлычником и переехал из Азербайджана. А вообще, как давно делаете шашлык? Я закончил поварское училище в 89 году. Так, с пор поваром работаю. Да, с таким стажем мастерства шашлык можно уже закрытыми глазами готовить. Все равно вкусно получится. Хотя, как можно закрыть глаза, когда перед тобой такая красота? Кажется, я начинаю понимать выражение «есть глазами». Это у нас называется ассорти шашлыков. Здесь 5 видов шашлыков есть и овощи. Это хорошие. Переходите к битве шашлыков, мы вас кормим. Такой шашлыком, такой вкусненький шашлыком. Переходите к битве шашлыком. Не могу не согласиться с поваром кафе «Четинка». Обязательно приходите на битву шашлычников, ведь именно от вашего голоса будет зависеть имя победителя. Не знаю, как вы, а я уже мечтаю попасть на битву шашлычников. Увидимся 23 июня в 11:00 у торгово-развлекательного центра «Макси». Оксана Андреяшина, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев, ЗавТВ.